Инцидент произошел в конце второго периода. Драка началась после того, как один из канадцев толкнул на борт невладеющего шайбой россиянина. После этого началась потасовка с участием нескольких хоккеистов из каждой команды. В целом же матч завершился со счетом 3-2 в пользу сборной России. Заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев, Артем Федоров и Роман Любимов. В составе канадцев отличились Максим Нарой и Жильбер Брюле, сообщает агентство Air Sport. В среду олимпийская сборная встретится в финале турнира с клубом «СКА» из Санкт-Петербурга. А канадская сборная в тот же день сыграет за третье место с магнитогорским «Металлургом».